Почти попал. Ох, да как ты убил на расстоянии? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дардрагон, Бродяга, Серега, Чебузаврик, пацанчики, поздравайтесь. Приветики, облечки. Я походу в туалете дерстать буду. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника» на карте FNAF 7. Если опять кушать приятного аппетита, у нас сегодня 2 охранника и 3 злых аниматроника. Погнали. Тебе его болит, открывается, у вас Чикса ждет. Серега. Да. Открывай. Я слышу, как они бегают. Блин, когда 3 аниматроника, очень сложно играть. Дима, давай, открывай. Блин, Серега. Не, фиг да тебе. Да не. Опа. Ой. Опа. Ну, клюв блин. Зажал. Зажал. Зажал жало. С камеры вообще отойди, есть? Отойди. Нету камеры. Блин, обидно. Ах, говно. Фиг тебе. Чё думал? Давай, я тоже монтировку возьму. На тебе, подсрачник. О, Серега, я знаю, что надо сделать сейчас. Ох ты, бля, как он нас убил? Вопрос, как он нас убил, если двери закрыты были? Анвиз был. Серега, ты что, забыл, что ты играешь с читером? Вообще, я должен быть читером. Ну, получается, что ты, правильно. Ну, я зачистник. Так, хорошо. А ты задрал орать тут-то? Серега, смотри, как у меня оружие есть. Ого. У Бенди это лазерный стреч. Стреч? Это было прикольно, мне понравилось. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Не забываем обязательно ставить лайкосик, это же очень простенько. Так, надо какое-то оружие другое взять. Дима, я вообще сейчас не буду открывать двери, я буду читерить. Мне плевать, они читерят, я тоже буду. Я читерить. Тоже, Серега, давай возьмем какую-то руку. Я буду, знаешь, у нас камер нету, я буду стены просматривать через глобус. Вот смотри, я взял глобус и так. Беру, управляю. И вот. Так, смотри, Они читерят. Вот, на стенке лазят, чебу забыл. Я понял. Так, я хочу взять дробаш какой-то. Спалили. Ой! Почти попал. Ох, да как ты убил на расстоянии? Дима, зачем ты открыл дверь? Да я случайно. Где это вентилятор? Я успел закрыть дверь. Да ты задрал. Инвизер. Так, непривычно с читерами просто играть, ребята, надо привыкать. Я возьму себе оружие сейчас мощно. Во, Серега, бери. Мы так друг друга не убиваем. Не, а ты не умеешь пользоваться? Отойди, Дима. Это реакция. Варя. Ай, как больно. Бродяга, играем на реакцию. У тебя тоже убили? Да. Ай. Я все-таки дождался момента двери. Серега, осторожно, там кто-то гранату нам кинул. Ну это я кинул. Играем на реакцию. Бродяга в жопе снаряга стоит около двери. Честно играй. Я бегаю. Ай. Дым, пофиг. Ой. Ух ты, ё-моё, минус 5, почти 2000 хп. Да? 3000 хп, если что. Ай-яй-яй, да что такое, Серега, мы друг друга убили, что ли? Не, я сам себя убил, ты сам себя убил. Да я не хотел сам себя убивать. Вонючки. Да мы просто красиво играем. Карапердеть, говорю я тебе. Ай, правда, вон такая, я сейчас своим. Да блин. Расколбас. Я думал, тебя будут все-таки эти гранаты как-то сдерживать, не? Они сдерживают, они его отталкивают, Дима. Но ему наплевать. Я придумал тактику. Бери пердежную гранату, Дима. Она не будет туда залетать. Не-не-не-не-не-не, давай. Сейчас я тебе. А, вот так значит, правильно, Серега, давай, ты пригвождай, короче. О, так это у нас будет рубрика «Охранники пугают аниматроников». На тебе за то, что будешь аниматроником скоро. Пригвоздили меня. Читы не помогают. Серега, я иду, Сережечка. Где он? Читы не помогают. Куда ты побежал, ё-моё, блин? Домики бы сидели и выжили. А, свои... Нормально, Сережечка, нормально. Давай.
А! Я пригвоздил! Ай, блин, красиво! Блин, мне нравится такая рубрика, где я буду вас сейчас наказывать. Пёрнули, я не вижу ничего. Что-то напердели? Да, красный дым. Учись. Дима, посмотри. А, Серега, за что? Сзади, сзади. А, что ты по мне стрелял? Свои бьют. Подойди, Friendly Fire. Да что? А, Серега, еще гвозди твои торчат у меня. Подойди ближе. Не-не-не, а я не буду подходить ближе. Если Дима убьешь, это... Так. А я обоих пригвоздил, Дима. Да, смотри, эта тварь что делает, а? Да я же жить хочу. Я не дам, я застрял. А если я кину туда гранату, она пролетит туда? Ой-ой-ой, куда? О, Серега, полетели, кидай. Да ё-моё, нет! Я сейчас сдохну так, я так и сдох. Че, гранаты летят, интересно? Давайте проверим, гранаты летят. Да вот, всё, драгон сдох, Дима. Всё, драгон сдох, Дима, драгон сдох. Отлично, да что ж такое? А, я не вижу эффекта гранат, но они там есть. Все, я понял. Если я их не видел, значит, они не существуют, да? Отлично. Блин, у нас битва какая-то у нас. Да ты задрал, бродяга, шмот. Я его пригвозил, если он сейчас это улетит, он читер, я его баню. Не-не-не, да-да-да, я его тоже забаню. А за то, что ты это делал, сдохни. Да я не сдохну, я отгвождусь, успею. А, не Серега, назад посмотри. Ай-яй-яй-яй-яй, Серега, убегай. Убивают. Ты что там творишь? Дима, сзади. Ай-яй-яй, блин. Бля, плюс трап. Прикольно, прикольно. Ай. У меня такая гвоздочная шляпа. Гвоздочная шляпа? Да, я тебе потом скину. Драгон, нечестно так. Я вообще-то пригвождённый, я не могу ничего делать, по принципу. Пока что. Во, всё, вылез. А вы где? Так, я засаду сделал аниматроником. Засада. Кто это вас происходит там? Ах ты говно! Убивают. Убивают честных людей. Ай, блин, сам себя убил случайно. Нет идеи, потому что я человек, который придумает идею. Да, блин, там бомбу залаживал уже, блин. Хотел бомбу заложить. Ну, убежал. Невидимка бегает. Все, выходите, дайте нам закрыть двери. Вышли. Дайте нам повыживать. Кто это? Драгон. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите на наш Дискорд, ссылочка в описании. Чили пиздик бегает, распугался. Серега, а ты где? Я спрятался. Да? Я знаю, где он примерно спрятался. Да говно, харе! Да хорош, вы что, мочите? Он своих сбил. Угораете, что ли? Это Серега был! Он шкафка сидит! Чё, харе? Всё хорош. Всё, уходите, щенки. Я знаю, я щенок. Да ты задрал, ну что ж не выйти нам сегодня никак на улицу погулять, а? Дима, надо наказывать. Прибери пригвождатель. Два пригвождателя все берем. Да, он двери закроет. Короче, два пригвождателя и что, и будем их потом издеваться на двери. Ох, вы какие злые. Это бродяга убивает всех. Ну ничего, бродяга, радуйся, радуйся. Дима, ты мне в ногу стрельнул, я теперь хромаю. Бродяга, да каким образом ты, подлец, это делаешь, а? Да за что? Убил его? Ой, это что у нас тут такое? Блин, Дима опять мне ногу пригвоздил, больно. По принципу, не обидно. Не надо, Дима! Да ты смотри, да ты вы что, сговорились, что ли, там, или что? Я его пригвоздил, Дима! Ай-яй-яй, Дардран! Я его пригвоздил, Дима, Дима, я его пригвоздил, мочило. Сейчас, подожди, стой. Это бессмысленно. Как ты? Ай, блин. Закройте дверь. Блин, весело получается. Так. Серега, а что это за базука такая? Смотри, у тебя есть эта штука здесь? Вот это да, это висит, это я не знаю что. Не подходи сюда. Ой, там пердёшь. Урод вонючий, тварь. Собачья. Ой, извини, Дима. Серега, я привык, что ты меня... Да,
Попался! Отлично! А теперь, Серега, мы его будем... Ой, я вижу, как жизни тратятся у него, отлично! Блин, эти вонючие штуковины! Они прям улетели, эти же... Они высосносят? На... Ой, прям около лица все гвозди. Как ой, красиво гвозди. В щелочку кидаю, смотрите. Вот тварь я, ой. Я его пригвоздил, Дима. А я, блин, ты что-то творишь, Серега, не подходи, у тебя убьется жизнь. Че я умираю? А ты от своего пердежа и умираешь. А ты че не умираешь от моего пердежа? А че, а я обязан. Дать уйти. Сволочи. Ироды, выпустите. Меня пердеж убивает. Так. Стой! Ты что в канале творится сегодня? Дима, это... я его... Да ты где Диму, блин? Его надо мочить. Ора, мне пригвоздят. Ты будешь весь в гвоздях, ты шипастая, как ежик будешь. Ора, дайте... Дима, посмотри. Ты что, эту штуку активируешь? Да. Блин, так заскучился за этой штукой, когда активируешь я. Пацаны, давайте, не убивайте, давайте будем выживать. Кто поверь, первый засосется в черную штуку, тот лох. Диана. Дима первый будет. Нет, я не первый, я второй буду. Не, я еще живой. Ну я тоже живой. А где ты, Серега? Я тебя жду, давай, тут будет центр. О, аниматроник, только не убивай нас, не убивай. Я уже вышел, чтобы у вас всякие смысла. Знаете, что я чувствую, скажу вам? Всем, походу, здесь хана будет. А что аниме стены это? А где эта стена? Да подожди, вот сейчас она появится. Вот. Ребята, ну что? Прощайте. Мы все умрем. Такие звуки страшные, это жесть. Центр я, кажется, нашел. Блин, приближается. Прощайте. Вращайте барабан. Кажись, я выиграл. Мне кажется, раньше стены быстрее шли, чем сейчас. Они быстрее, да. Да, так что пофиксили. Вот центр был. Пока. Ой, не я. О, помните сейчас тут? О, вот этот скример. Вот этот скример. Где-то, кстати, сейчас скример будет. О, я знаете, что сделаю? Я в бассейн бомбу кину. Кинь, попробуй, серьезно. Интересно, ребята, взорвется ли? Напишите в комментариях, взорвется бомба или не взорвется. О-о. Ну-ка. Давай, Дим, поехал. Уи. А где она? Ой, взорвалась. Ой-ой-ой. Ох ты, Юра, что с бассейном происходит? Очистил. Вот Дим, это жесть. Если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, после мои ролики еще. Серега, поджигай. 3, 2, 1. Опа. Я даже не успел. Аж по глазам дало. Да.